О том, как спортивная общественность и активные граждане отметят в этом году 14 августа, День физкультурника, рассказал сегодня на Авторадио директор Центра спортивной подготовки ИАО Максим Галачев. Суббота у нас начнется День физкультурника, как это было очень многие годы, там, например, Советского Союза, да, с праздничной зарядки с утренней. Федерация кудо, федерация тхэквондо, которые проведут зарядки со своей спецификой, со своими специфическими упражнениями. Увенчает зарядку своим разминочным комплексом представитель национального фитнес-сообщества Сергей Бобков, после чего среди всех участников разыграют 4 сертификата на 2500 рублей от спортивного магазина и сувениры с символикой ГТО от Департамента спорта правительства области. Затем праздник переместится на стадион «Дружба», где стартуют баскетбольный турнир и кросс. Все очень здорово, на хорошем уровне. Там, спасибо Федерации баскетбола, она вытягивает очень много организационных моментов. Вот, люди, собственно, людям нравится рыжий мяч, все могут принять участие и достаточно интересно провести свои выходные. Также в это же время у нас стартует кросс, у нас турнир по кроссу, посвященный Дню физкультурника, там же на Дружбе, которая пройдет по дорожкам стадиона. К участию в кроссе, как и в зарядке, приглашаются все желающие. Кроме этого, в День физкультурника состоятся матчи по футболу и пляжному волейболу, а на комплексе ФОМА пройдет турнир по смешанным боевым единоборствам ММА. Полная запись эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин, Новости 21.